Глава Грузинской православной церкви, святейший блаженнейший патриарх католикос Илья II посетил Святую Землю. В рамках программы паломничества грузинский предстоятель побывал и в русской духовной миссии в Иерусалиме. Главный русский собор Святой Земли – это белокаменный пятикупольный свято-троицкий храм, построенный в неовизантийском стиле. Именно в нем и встретили святейшего и блаженнейшего католикоса патриарха всея Грузии Илью II. Сюда, на Святую Землю и в частности в русскую духовную миссию, святейший владыка прибыл, чтобы еще раз просить Господа даровать России и Грузии братские мирные взаимоотношения, единство веры и духа. Предстоятеля грузинской церкви встретили клирики миссии, а также сестры Горнинского монастыря. Начальник миссии архимандрит Исидор в приветственном слове отметил, что те нестроения, которые сейчас существуют между Россией и Грузией, спровоцированы людскими слабостями и недальновидностью. И несмотря на все неурядицы, верующие этих двух стран должны не только молиться, но по-прежнему продолжать вместе жить, радоваться и помогать друг другу. В православии вот эти деления этнические, географические, чисто условные, и патриархами называют священнослужителей, умудренных опытом, одаренных любовью, одаренных великими качествами человеческими, которые приближают не только их лично, но и всю их паству приближают к Богу. Святейший патриарх Илья II в свою очередь добавил, что никакая сила, будь то политическая или социальная, не смогут разъединить русских и грузин, побороть веру, культуру и традиции православия, которые всех нас объединяют. Прежде всего я хочу пожелать народам России и Грузии, чтобы они укрепляли веру, надежду и любовь. Вот эти три спасут нас –